Лисичка, солнышко, доброе утро. Давай, глазки открывай. Да? Давай будить сестренку. Давай. Ирочка, открывай глазки. Доченька, любимая, мы поздравляем тебя сегодня, 14 февраля. Ты знаешь? Мы поздравляем тебя с Андрюшей с этим праздником, да? Спасибо. И знаешь, ты сегодня в школу не идешь. Ура! Ура! Я иду в школу! У нас сегодня как раз контрольная! Мы тебя поздравляем с этим праздником, поэтому устраиваем тебе сегодня выходной здесь, 14 февраля. Спасибо! Спасибо! Класс! Давай, собирайся, будем завтракать. Я пойду чистить зубки. Давай. Вот, Ирочка, в связи с праздником День Святого Валентина, то, что ты сегодня в школу не пошла, посмотри, какой завтрак мы тебе устроили с папой. Нравится тебе? Очень, спасибо. Посмотри. Мои любимые шоколадки. Киткат, Баунти, Лайон, Сникерс, Натс, Твикс и Пикник. Я их обожаю. Сладкая сгущенка, сырки, разноцветные конфеты, бутерброд и мой любимый плавленый сыр. Давай, готовь себе бутерброд. Даже Андрюша, в честь этого праздника, да, даже Андрюше сегодня можно есть сладкий сырочек. Готовь себе бутерброд. Нравится тебе такое утро? Нравится очень. Тебе такой завтрак? Да. Теперь спасибо. Ты будешь, да, каждый день завтракать. Ты хочешь? Каждый день? Да. Да. А поможешь мне, пожалуйста? Давай. Давай я его Андрюшку подержу. Готовим завтрак. Класс, спасибо огромное. Давай, ешь бутерброд и пей чай, а я пошла с Андрюшей. Хорошо. Да, вот это завтрак. Повезло мне. И в школу не пошла. Так вкусно. Фруктовый чай. И шоколадки. Сырки. Разноцветные конфеты. Все это я очень сильно люблю. Ирочка, давай допивай чай и пошли одеваться. Посмотришь, какую одежду я тебе сегодня приготовила. Хорошо. Ирочка, посмотри, какую одежду я тебе приготовила. Белое платье хочешь, можно надеть. Синее с белым. Горошек. Можно даже джинсовую юбку. И водолазку. А самое главное, посмотри, модную черную лаковую сумочку. И... полусапожки. Твои любимые. Давай поскорее одевайся и готовимся. Поскорее. Dacă mami ca și de gicular fi iarăși mici, ea trimise la culcare imediat de aici. Ea spune să mănânce tot din farfurie, ea spune eu să facă tot ce nu îmi place mie. Cine poate ști oare ce ar fi, dacă pentru o zi toți părinți ar fi copii? Cine poate ști oare ce ar fi, dacă pentru o zi toți părinți ar fi copii? Mai eram fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. Какой классный этот день, 14 февраля,
День влюбленных. Обожаю. Ну и сюрприз приготовили мне родители. Просто класс. Ирочка, пора вставать. 6:30. Еще 5 минут, но ночь не отпускает, мама. Давай, сегодня вторник. Это не воскресенье тебе, чтобы ты отдыхала. Пора в школу, ты опоздаешь. Отключай будильник. Давай, просыпайся. Андрюшка, видишь, уже проснулся. Слышишь его? Иди в ванную, чисть зубки и пора завтракать. Ой, давай, а давай. Пойду в школу и контрольная сегодня. Ну, мама. Нет, не мамкой, вперед. Давай, Ирочка, завтракай. Каша и хлеб с маслом. И чтоб выпила весь чай. Давай. Ну, не все. Как не все? Ты уходишь и во сколько приходишь домой? Аж 4 часа. Каша очень полезная, здесь очень много клетчатки. Смотри, давай ешь, а то сейчас Андрюша все съест. Давай. Лучше он кушает. Ира, я не хочу ничего слышать. Каши очень полезны. Я понимаю, что бутерброд вкуснее. На, Андрюш, помогай. Нельзя, ты что? У него есть его питание, его кашки. Все, мы пошли с Андрюшей, я готовлю Андрюше тоже завтрак. Ты давай завтракай. И поскорее, чтобы не опоздал, надо еще одеваться. Давай, маршрутка не будет тебя ждать. Пей чай, вперед, я тебя жду. Пошли, сына. Чего моя мама такая строгая? Кашу да кашу. Каждое утро то же самое. Ну что, оделась? Да, я уже готова. Ну как тебе моя школьная форма? Умничка. Давай я тебе подправлю. Так, что, моя хорошая, пошли оденем курточку и давай я тебя проведу в школу. Понимаю, давай. Вот, ребята, я уже собралась в школу и уже иду. Это было мое первое видео «Ожидание и реальность». Я надеюсь, что оно вам понравилось. Я очень старалась. Поддержите меня лайками и подписками. А самое главное, подписками. Всех поздравляю с Днем Святого Валентина. Всем до новых встреч. Пока-пока.